Всем добрый вечер. Сегодня 8 мая 2021 года. И мы с нашими чухуашечками дома. Они все заняты, грызут погрызушки, занимаются. Роликс, как твои дела, малыш? Это наши мальчишечки. Шулдан и его братик Ильяс тоже заняты погрызушками. Космос, Юля тут грызет. Здесь у нас на кровати целая толпа. Кошечка. На подушке сладко спят. Мажор, Фантазия, Филечка. Елисей, ты где? Покажись. Вот там Елисей всегда на своем месте под подушкой. Анфиска. Немножко пасмурно на улице стало, как-то так к дождю, и по собачкам видно, они такие успокоились, малыши напрыгались. А я сегодня своим любимым собачкам купила новые миски. Вот такие французские миски, я давно на них смотрела. Пока здесь водичка, влазит пол-литра вот сюда. Они очень много выпивают, поэтому только успеваю наливать. Но потом можно будет кормить щенков, например. Вот я на них смотрела долго, мне так они не скользят, такие на резиновых ножичках. Такие очень какие-то стильные мне показались. Вот такая вот, белая и розовая. Сделала сегодня обновочку такую для своих любимых чихуашечек. А здесь веселье. Ничего не видно. Где-то вы там все спрятались. А, ты вот, хулиган. Девчонки, подружки Жасмин и Феодосия играются, кувыркаются. Играются, кувыркаются. Лаванда. Ну, вас не видно, в общем, ребята. Вы так мило играете, но вас не видно. Что, Елисей? Что, Елисейка? Что, мой мальчик родной? И ты, все мои любимые. Ой, как же они любят ласку. Шулдан, ушастик. И что ты такой приставун? Вот так ты умеешь, да? Вот так.